Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть бета-версию сетевого режима Doom. Мне эта игрушка очень нравится своей олдскульностью и драйвовостью, это действительно прикольно. Я думаю, что сейчас я выберу класс штурмовика. Так, давай-ка. Режим по контролю зон, да, сейчас, значит. Ладно, надо помогать нашим товарищам. Так, снайпер, давай-ка ты не борзей. Что происходит, а? Вообще просто какая-то жесть. Да на тебе. Грена. Грена, конечно, да. Грена очень сильно нужны нашему персонажу. Очень сильно важны. Прекрасно. Успокойся. Так, надо полечить персонажа. А то что-то как-то у него здоровье-то так себе. Ничего себе, он тут скакал. Нифига себе. Так, здесь получается сейчас монстр зареспаунился. Надо сейчас монстра кинуть гранатой, я так думаю. Как раз то, что надо. Понятно, граната по нему, в принципе, бесполезная абсолютно, да? Нормально, уничтожили монстра. Так, на этот раз товарищ из нашей команды превратился в монстра. На! Отдыхайте. Нормально. Наша команда выиграла, но с небольшим отрывом. Могло бы быть гораздо лучше. Серьезно. Фух. Очень прикольно. Очень нравится мне. Игрушка это потрясающий такой драйв. Сочетание, на самом деле, драйвовости с хардкорностью. Что за предметы? В принципе, ничего нового. Абсолютно. Конечно, хотелось бы чуть больше кастомизаций для персонажа, потому что я считаю, маловато. Маловато кастомизации. А знаете, было бы еще круче, если бы можно было там, допустим, кастомизировать персонажа, знаете, в каком плане? Взять, допустим, шлем, размер шлема кастомизировать, там, делать огромный шлем или очень маленький, и там каждую деталь брони. Вот это было бы просто офигительно. То есть это была бы уже очень такая тонкая кастомизация сама по себе. И действительно вносящая огромное разнообразие в игровой процесс. А так получается здесь кастомизация фиксированная. По поводу вот всех вот этих вот графических, я буду называть татуировок. Там, допустим, как они тут выглядят, я уже забыл. Так, это движение, немножечко не то. По-моему, вот этот паттерн. Да, вот эти вот татушки, ну как-то, ну, не круто это совершенно. То есть, они, конечно, да, они персонажа кастомизируют, они вроде какое-то разнообразие вносят, но не ахти какое. Также хотелось бы, чтобы было больше карт. Даже в бета-версии. Я думаю, что на релизе будет очень много карт. Потому что это действительно сетевой режим такой, который требует как бы разнообразия. Действительно. Чтобы огромная реиграбельность была.
В общем, главное здесь быстро бегать и хорошо на все реагировать. Team Deathmatch. Так, значит, сейчас режим уже Team Deathmatch. Хорошо. Ну, сейчас мне, кстати, очень даже хочется в Team Deathmatch поиграть, потому что хочется ни о чем не думать. 5, 4, 3, 2, 1. Да, я понимаю, что можно, допустим, ни о чем не думать и в режим по захвату зон. Так, мы умудрились кого-то завалить. Это интересно. Тут на самом деле Грена решает многое. Ну-ка, где тут все? На. Что творится, вообще не понимаю. Тут с такой скоростью все двигаются, что я не успеваю реагировать на происходящее. Я серьезно. На. Блин, тут надо гранату как-то кидать вовремя, чтобы было прям то, что надо. Бронька, кстати, как выяснилось, здесь не особенно-то персонажа и защищает от всяких физических воздействий. Так, граната. Гранату можно было бы, кстати говоря, и получше кинуть. Ну да ладно, это все уже мелочи. Неплохо. Так, бомба. Надо научиться пользоваться гранатой, которую я называю почему-то бомбой. По непонятным причинам совершенно. Ну-ка. Вот, неплохо. Так. Где-то здесь сейчас зареспаунится. На. Неплохо так мы хп отняли, да, у этой твари. Сойдет. Так, в принципе, и надо. Несколько хороших таких четких выстрелов. И вообще было бы замечательно. Нифига себе, он, конечно, такой шустрый товарищ. Так, монстр почти уже тюкнули. На тебе. Все-таки немножко урон мы нанесли, да? На. Ничего себе, блин. Слушайте, как они так быстро двигаются, я не понимаю. Ладно, теперь хотя бы уже наш персонаж превратился в монстра. И это уже не может не радовать. Так, ну-ка. Как он, как вот этот вот вражеский товарищ так быстро превратился в монстра, мне интересно. Замечательный вопрос. Офигеть, они тут реально бегают пачками просто. Невероятно. А. Здесь? А здесь ничего такого особенного нету. Неплохо. Так. Так, полечись. Слушай, ну ты чё такой борзый-то, а? Нормально, лечись. Чё-то нос чешется. Очень хорошо, что достаточно быстро респаунится лечилка. Это просто прекрасно. Ох. Чё творится-то вообще непонятно. Ладно, не в этом суть. Неплохо, еще и полечился персонаж заодно. Так. Портальчик, что ли? Не знаю, есть ли в этом смысл или нету. Кто же его знает?
Нормально, нормально. Incoming demon rune. Так, сейчас тут зареспаунится, да? Demon rune spawned. Enemy revenant spawned. Понятно, надо было немножечко быстрее добежать до бафа. Потому что нашей команде такое нужно. Иди-ка сюда, залезай. Помогли. Кому-то мы из нашей команды помогли, причем очень хорошо. Но с монстрами никто ничего не делает. По какой причине? Не совсем понятно. Мне вот интересно, как здесь делать супер прием? Вопрос хороший. Бери броньку. На, гаденыш. Почему-то этот монстр меня постоянно раздражает. Не знаю почему. Нормально так этот чувак подорвался на бомбе. На тебе. Ну, что здесь происходит? Ничего, да, особенного. Вот сюда лучше залезть. Не-а. Так, это что это такое, Грена? Похоже на то. Броньку. Давай, бери. Да. Грена — это вещь. Все-таки это тема. Очень-очень такая хорошая. Так, что-то пока здесь не вижу бафа на монстра. Что как-то совершенно не прикольно. На тебе. Так, по-моему, я кого-то успел вынести перед самым финишем матча. И это интересно. Очень, очень интересно. Мне вот всего-то интересно, здесь какие-нибудь еще есть части для брони? Потому что такой вопрос очень хороший. Кстати говоря, по поводу прокачки. Не совсем понимаю. А, здесь, в принципе, автоматический выбор, да, стоит навыков, которые нужно использовать. Ну ладно, это что? Это у нас именно регулировка классов. Ну, кастомизировать, соответственно, оружие сейчас не вижу смысла. Мы, в принципе, уже определились, что играем за штурмовика, так называемого. Ну, а в кастомизации ничего такого особенного. В основном, конечно, это краска, покраска брони. Так что можно на это, в принципе, внимание и не обращать. Как я уже говорил, очень долго идет перерыв между матчами. Я, конечно, понимаю, что там пока люди соберутся, пока кастомизируют персонажа. Но, блин, не так долго же ведь. Немножечко это напрягает. Хочется, чтобы побыстрее все это дело продвигалось. Потому что ждать столько времени, пока один матч сменит другой, это как-то не круто абсолютно. Но больше всего, конечно, мне не нравится часто респаун монстра. Вот это да. Это совсем неприятно, потому что монстр вносит огромный дисбаланс в игровой процесс. Все-таки. И если в том же, допустим, Left 4 Dead, где таким аналогом местного монстра был танк, ну и, в принципе, есть танк, там он появлялся редко очень, да? И то, в принципе, как финальный босс карты. То здесь это в порядке вещей, это простой монстр, который постоянно респаунится. Не сказать бы там, что прям, уж, прям сильно часто, но частенько достаточно. Из-за чего, конечно, баланс нарушен очень сильно.
Ну, или хотя бы можно было бы пофиксить его там, сделать ему меньше брони, более слабые атаки, ну, чтобы действительно не было такого дисбаланса неприятного. И у нас снова режим Team Deathmatch. Люблю этот режим, обожаю я его просто-напросто. Другое оружие, кстати, здесь оно не такое эффективное, как мне показалось. Как вот эта вот ракетница. Тут ракетницы порой достаточно пару раз выстрелить четко, чтобы вражеского персонажа разорвало на части. Так, гранату я бросил не туда совершенно. Жалко. Так, лучше бегать с командой. Помогать, так сказать. Спокойно. Отлично. В принципе, это моя ракетница вынесла товарища. Здравствуй. Неплохо. Очень даже неплохо. В принципе, так и надо двигаться. Бомбы только кидать нужно в правильное место. Это самое важное. Так мне показалось, или тут у кого-то супер пушка? Я не совсем это понял, конечно. Слышь? Угу. Кто-то помог нам. На тебе. Какой шустрый-то, а? Что творится? Абсолютно не понимаю порой. Так, давай бери броньку. Бронька не помешает, это действительно то, что надо. Отлично. Так, это что это такое? А, вот это супер пушка, она немножко по-другому выглядит, значит, да? Красиво. Только полечиться надо теперь персонажу. Что-то наш товарищ по команде какой-то не совсем расторопный. Ну ничего, с этим мы разобрались. Лечись. Что творится-то, блин? На. Чё происходит? Сколько их здесь? Причем один еще ходит с суперпушкой, да? Да вообще обалдеть можно. Гранату еще не туда бросил. Не так-то это и круто, да? Неплохо. Так, там еще снайпер пристроился. Типа хитрый такой, да? Не-а, обойдешься. Слишком жирно будет какать. Так что нет, не надо. Молодец. Красавец. Взял в лаву, сиганул зачем-то. Чё ему там, непонятно. Так, ну чё. В принципе, ладно. Неплохо.
происходит. О, баффалка. Неплохо. Сейчас тут все зареспаунится, да? Ах ты такой. Ладно, мы хотя бы ему снесли приличную часть хп, я бы сказал. Нормально. Здравствуй. Блин, как мне этот монстр не нравится. Дико просто. Сплошной дисбаланс. Вот ура, на всякий случай. И все равно ни по кому граната не попала, да? Получается. Так, мы помогли сейчас монстра уничтожить, что ли? И опять монстра за вражескую команду. Что ж ты будешь делать-то? Что это такое? А, понятно. Это похоже монстр опять-таки. Осторожно. Блин, куда я кидаю грены, я не понимаю совершенно. В какие-то места, мне кажется, совершенно не те. Почему? Я же говорю. Не. Вообще не понимаю. Что за ерунда такая, а? Так, этот с бафом, что ли, да, получается? Товарищ, да, получается, с бафом был, потому что он как-то немного быстро бегал. Вроде бы. Там я на самом деле не знаю, так оно или нет. Но очень на это похоже. Даже прилично так похоже, я бы сказал. Ну-ка. Новые вещи. Да, в принципе, опять-таки ничего такого нового. Ну и ладно. Вся фишка все-таки здесь именно в игровом процессе и в его хардкорности. Мне вот интересно, а будет ли режим без монстра? Это очень такой хороший вопрос, потому что монстр мне все-таки не нравится очень-очень. Ну, или можно, знаете, как сделать было бы? Можно было бы еще разнообразие сделать монстров. То есть не только вот этого, допустим, а еще добавить каких-нибудь других. То есть со своими характеристиками. Вот играя за этого монстра, я понял, что он сам по себе... Получается, очень хорошо так бустит на ракетницах. Вот, то есть, действительно, есть у него такая способность. Но другие атаки я не использовал, не знаю. Вполне возможно, у него что-то есть еще. Какие-нибудь новые способности, но... Это уже, в принципе... Зависит от того, как играть. Я просто сказал, вот, беру баф на монстра, и я как-то начинаю суетиться сразу же. И не успеваю пробовать все возможности этого товарища. Хотя, несомненно, это очень интересный такой экспириенс, скажем так, играя за монстра. Так. Радует игровой процесс. Радует все-таки. Правда, конечно, все-таки хотелось бы, чтобы разнообразия было побольше. Действительно то, что надо. А еще мне очень интересен вопрос, почему здесь не работает отключение голосового чата? Вообще непонятно совершенно. Ну да ладно, мелочь. Карта нашлась. Великолепно. Какой режим будет? Снова Team Deathmatch. Ну хорошо, коль так.
Я не против, на самом деле. Team Deathmatch. Ну, конечно же, штурмовик. Само собой. Как же иначе? Только так. По-любому. Угу. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Ну что? Скорее всего, откуда-то отсюда полезут. Да, я же говорю. Прикольно, с кулака моего чикнули. Так, это пошел за бафом, что ли, товарищ, да? Так, по-моему, бомбу я куда-то не туда закинул. Неплохо так. Сразу двоих. Однако ж, это красиво. И уж тем более приятно. Да блин, Грена, давай уже, залезай. Я даже не знаю, куда тут лучше теперь бомбу-то кинуть. Туда, наверное. На тебе. Incoming demon rune. Supply timer activated. Demon rune. Показалось или только что подвисла немножечко игра из-за пинга. Так, монстр появился. Это не круто. По крайней мере, этому монстру часть хп снесли. И это прекрасно. Грена надо использовать активно. Порталами тоже. Бафулка нужна. Не хватает. Не хватает все-таки бафов. Побольше их можно было бы сделать. Где-то чувак с суперпушкой бегает. Ага, здесь еще монстр гуляет. Я это понял. Как же иногда хочется, чтобы почаще использовалась Грена. Это было бы реально круто. Или, как вариант, можно поставить другую гранату. Почему бы и нет? Давай-ка сюда залезай. Ну, и что? Так, помогли, да? Угу. Это штурмовик, да, только что шмальнул. Получается, именно он. Так, ну-ка стоять. Что творится-то, а? Звуки смачные есть, а вот мяса что-то нету. Того, которое нужно. Ну и чё? Где все? На тебя. Блин, я думал, гранат попадет сейчас. Ну ладно. Теперь мы хотя бы будем в курсе.
Про действие Агрена. Да ты что творишь-то, блин? Ой. Грена? Блин, она его не тюкнула. Она только нанесла такой урон. Конечно же, опять это монстр. Ну а что же еще? Тут вообще происходит вообще непонятно что. Это мне дико не нравится. Абсолютно никак. Еще этот монстр постоянно тусуется. Челлендж? Хорошо было бы туда кучу вражин бомбу закинуть. Так, монстра завалили, этот сам в лаву полетел. Молодец. Все делает правильно. Так. Ага, неплохо. Ох, какая жесть. Приятно все-таки. Приятно. Играется классно очень. Но здесь опять-таки тот, кто больше всего за монстра играет, естественно, бустит. Поскольку монстр это такая полуимба, если можно так выразиться. Мощная тварюга достаточно. Новые вещи. Опять-таки ничего такого особенного, ничего такого нового здесь нету. Ух. Да. Блин, хочется почаще за монстра играть. Это, получается, появляется, респаунится. И я все время не успеваю взять этот баф. Кто-то другой подбегает по-быстренькому так. Так, раз-раз-раз-раз-раз. И берет этот баф. Вот это не прикольно. Так, сейчас главное, чтобы таймер не сбился. Это вот здесь такое часто бывает, что вроде бы совсем скоро запустится матч. И тут бац, несколько человек выходит из сеанса. И таймер перезапускается снова. И блин, это так неприятно, такая жесть. Много так ждать надо. Такие моменты абсолютно не радуют. Это вообще никак. Но это все мелочь. Это все мелочь, я бы сказал даже. Так, полминуты еще ждать. Нормально. Народу, кстати, я бы не сказал, что много играет, маловато. Могли бы сделать больше народа, потому что тут частенько бывает, что вроде бежишь по какой-то определенной части карты, и ничего здесь нету такого необычного. Сейчас какой режим будет? Team Deathmatch снова, да? Если я, конечно, правильно понял. Да, Team Deathmatch. Ну, самый банальный режим. И самый популяризированный, соответственно. Само собой. Загрузка что-то долго идет. Тут такое бывает, что ни с того ни с сего карта начинает грузиться очень-очень долго. Так, ну сейчас вроде нормально так загрузилось по-быстрому. Конечно же штурмовик, естественно. Или это не штурмовик, я неправильно понял. Что надо было так костюм разукрасить чуваку? 5, 4, 3, 2, 1. Давай-ка. Вот так вот можно сделать. Там снайпер залез, блин, хитрый какой. Ты ж подумай, а, что происходит. Сюда, наобум.
портальчик, что ли, зайти? Ну а чё, почему бы и нет? Тут, скорее всего, где-нибудь будут, да, товарищи? Товарищи вражина. О, дополнительный урон от бомбы. И мы помогли команде. Великолепно. Интересно. Что ж, друзья, давайте мы таран этот выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.